Точно так же не определяется частичный артикль. Вообще никакой артикль не употребляется после слов, которые обозначают количество. Итак, например, assez de – довольно чего-то. Довольно много имеется в виду чего-то. Beaucoup de – много. Beaucoup d'amis – много друзей, допустим. Un peu de – мало. Trop de – слишком много. И дальше пошли емкости. Une bouteille de – бутылка чего-то. 50 грамм de – 50 грамм чего-то. Un kilo de – килограмм чего-то. Un morceau de – кусочек чего-то. Un verre de – стакан чего-то. И так далее, и тому подобное. Пакет чего-то, сумка чего-то, ваза чего-то. То есть много чего-то, мало чего-то, достаточно. После этих слов мы употребляем предлог de –